сэр Даду. Что тебе опять надо? Мой приятель, португалец Пит, попался властям. Пит Брэд? Когда его взяли, он спрятал свой КПК с телефонами парней Улара в самом безопасном месте, которое смог придумать. У себя в заднице. Ну, я видел в матче эти места и покруче. Что солдаты его поставят к стенке. А телефон... Правильно задолбал. Лодочник, гони его катер к чертям. Он базарить приехал. Зато он очень быстро красит катера. Клянусь, он только что был красным. Да в жопу твой катер. У меня есть кое-что покруче. Надо сейчас не взорвать все вместе с этим, которого нужно спасать. Да и самому не помешало бы выжить, конечно. На крайний уж случай. Если весь план пойдет к чертям. Ха-ха-ха! Начинаем КВН! Ну, конечно, да, здрасте. Что? Я у него из задницы буду доставать телефон в полевых условиях? Вы это хотите сказать? Спасибо, я, пожалуй, увольняюсь с вашей этой работы. Пенсия не оплачивается. Отпустите меня, пожалуйста. Соцпакета нет. Теперь ищи. Нет, стойте, стойте. В чью-то задницу лезть. Да ну, зачем? Пожалуйста, отпустите меня. Обычная дверь. Отпустите обычная меня, дверь. Пожалуйста. Легче взрывчатку обезвредить. Позиции, Скорпион. Сам держи. Советчик херов. Тут одна лестница. Тут две лестницы. Вот так. У нас есть вся необходимая информация. Благодарю тебя. Португальца здесь оставим, но правильно. Мы по блютузу, что ли, передали информацию? С его телефона в заднице. Ладно, хоть лезть не пришлось. Ну, окей. Тогда обезрезать взрывчатку легче, чем включить блютуз. Тогда так перефразируем. Так, здесь есть пара вертолетов. Я чувствую, по нам вдолбит зениткой до того, как мы взлетим. Слава тебе, Господи, ракеты присутствуют. Не люблю только с пулеметами вертолета. Ну, конечно, здрасте, три ракеты. Привет. Хорошо, что не из бумаги сделано. Твою мать! На 360 градусов обстреливают. Скоты. Да ладно, будем не переставая месить все, что видим и все, что не видим. А тебя я видел. Тебе не повезло. Ха-ха-ха. Неплохо. Тут же была еще одна зенитка. Давайте не гнать мне, что я все уничтожу. Сейчас кто-нибудь выстрелит из-под тишка, как обычно. Я вроде больше ничего не вижу такого, что можно здесь уничтожить. Ой, идите нафиг, а. Идите нафиг. Вас еще не хватало. Ну, конечно. Что я слишком быстро приближался к земле, вам не кажется?
Да ёшкин матрёшка. Здрасте. Я только что был на лобовухе. Соскользнул, что ли? Надо меньше мазаться маслом. Под солнечным по утрам. Все-таки не итальянский борец. Кто там по мне уже стреляет? Так, а вот там еще одна есть штука, которую можно снести. Так, 70%. Но мне здесь покоя просто не дадут. Да хватит по мне стрелять, мне просто сейчас вертолет снесут и все. Еще и хрен сядешь. Нормально. Ладно, все-таки попробуем поискать ящики. Зачистить этот порт полностью. Чтобы потом душа не болела за такую хорошую возможность потерянную. Но придется не сладко. Ну вот, уже не сладко. Иди нафиг. Уже не сладко, черт возьми. Здрасте. Да сколько можно-то меня терроризировать, а? Хватит меня стрелять. По что вы так, друзья, товарищи? Я же свой. Ну как свой? Ну как, американский демократ везде свой. Угу. Я считаю, что это убедительная причина. Чтобы прекратить огонь и начать, ну, не знаю, распространять саму демократию. Где-то еще, видимо, на пирсе. Очередной чемодан. С очередным бесполезным хламом. Который я, естественно, пролетел. Так, 84% все на этом... На этой стороне, на этом берегу все. Теперь нужно перелетать туда. Надо было все наоборот делать, но я как всегда. Моя пунктуальность не знает границ. Куда мой вертолет сперли? Вы что, упоролись что ли? Это был мой вертолет, а этот грузовой мне нафиг не нужен. Мне десантировать с него некого все равно. Офигенски просто взяли вертолет куда-то сперли. Только что был там. Теперь его там нету. Интересные ребята. Огонь! Я просто поражаюсь их. Им. Их. По... Так, господи, короче. Они супер круто все воруют. Чтоб мозг не сломать. Нужно говорить проще. Так, еще где-то рядом. Один. Один ящик, а может не один. Изыди. А, ты ящик охраняешь. Молодец, молодец. Ну как молодец, ни хрена ты не молодец. Провалил задание по охране ящика. Ну а так молодец. Конечно. Почему бы не назвать его молодцом? Так, в какую сторону-то? Это отдаление. Где последний ящик? Наркоманы спрятали. Здесь, что ли? С этой стороны? Да нет, тоже вроде отдаление. Там в джунглях еще какая-нибудь подбаза, что ли? Как обычно. Да нет, опять отдаление. Наркоманы. Тунеядцы. Ну, цепляйся за что-нибудь, я не знаю. Ты же у нас цепкий парень. Такс. Ну и что дальше? 94%. Ублюдок! Он убегает!
И что дальше? Ящиков больше нету. Что взрывать, я честно говоря. Нефтепровод, может? Сейчас посмотрим, может, нефтепровод. Только вот где? В какой части? Ну вот здесь, наверное. Наверное, вот эта вот часть тоже относится к военной базе. Кто такой наглый? Где мои любимые нефтяники в касках с пулеметами? Вы вместо них? Вы испортили мой день. Чё без пулеметов-то сегодня? Забыли дома? Это вам не дневник, не так, чтобы ее забывать. И вообще это не шкуха. Это поле боя, мать его, здесь люди дохнут тысячами. Ладно. Нет проблемы. И это еще не все, там что-то еще есть где-то. Я не знаю где. Опять нефтепровод. На территории базы. Или с другой стороны. В джунглях. Понапрятали, понапихали, мне тут расхлебывают, блин, вертолет еще летит, ну, сейчас по мне будут стрелять из тех пулеметов, из тех орудий, а мне жалуются, матерись и ничего не делай, так что ли? Где ваша ссаная труба? По-любому с этой стороны такая же. Нет? Нет? Ладно, ладно, ладно. Вертолет на халяву предлагают. Что, мне отказываться, что ли? Это дурной тон. Я не собираюсь быть невоспитанным мачо. Собираюсь быть воспитанным массовым убийцей. 3, 2, 4. Ты не угадал, парень, вылетай. Нет, сажать я не буду. Опять сопру. Нафиг оно мне надо? Спрашивается. Ребят, что у вас тут еще взрывается? Можете подсказать? Вам, наверное, надоело всем мое присутствие. Давайте я просто уничтожу то, что нужно, и удалюсь. Ко всем чертям. Потому что, честно говоря, я ни черта не вижу. Здесь вроде ничего нет такого, связанного с этими трубами. Да хватит по мне стрелять-то, ты заколебал. Истребители на подходе. Ожидаемое время прибытия 30 секунд. Труба уходит в землю, все. Да хорош уже, я попросил же отколебаться от меня. Если вы не поняли, что... Офигеть! Супер крутотень, а? Я даже не знаю, какой брать. Только такой выбор. Богатый, блин. Черт! Думал, с этого, с автомата второй сбить. Не получится. Давай быстрее выходи. Есть. Пока живем. Что и где я пропустил? Может быть, какой-то вертолет специально там стоит? Типа как база. Не знаю. Вот этот вот, например. Вообще неуничтожимый, а? Что ж ты не взрываешься, да? Да хватит! Сволота вонючая! Аборигены чертовы. Да-да-да, ты меня еще убей, да. И убил ведь, а? И убил ведь.
Это унизительно. Я буду жаловаться в Гаагский трибунал. Гусю Василию.